Друзья мои, приветствую всех на канале. И хотя сейчас не осень, так сказать, не сезон урожая, мы с вами посмотрим, как можно быстро колоть орехи. Вот я сразу показываю вам результат, который я достиг с помощью своего орехокола для ленивых, так можно сказать. Потому что действительно изготовить его может любой, только самый ленивый человек, если не захочет приложить усилия, то у него не получится. Что я для этого использую? Вот таких два уголка. Они у меня долго валялись. Я их то для одного делал, то для другого. Конечно, вариант получается не самый эстетичный. И держать его на кухне, ну, вряд ли вы будете. Но на улице, на балконе, во дворе вполне себе сойдет для того, чтобы наколоть горку другую орехов и приготовить какой-нибудь торт или пирог. Итак, два уголка, болт с гайкой, которые мы соединяем по краю. Да, тут единственное условие, должны быть готовы два отверстия и не сильно зажимать нужно гайку. Я забыл об этом. И наше приспособление готово. Не верите? Тогда я вам покажу, как оно работает. Берем орех любой, закладываем в уголки. Чем дальше мы его положим к краю, тем лучше оно у нас будет легче колоть, потому что тогда длиннее будет рычаг. И пробуем расколоть. Как видите, делаю это одной рукой. Все, осталось теперь выбрать отсюда драгоценный продукт. Еще один. Так, вот такой же результат. Кажется, что даже женская рука справится с такой работой без особых усилий. Но если все-таки тяжело держать в руках, можно положить одну часть на опору, положить орех и потом сверху давить. Только треск будет чуть громче, поскольку уже я не держу в руке, ну и акустика будет выше. Ну, результат у нас тот же. Итак, друзья, на этом я буду заканчивать. Просто подскажу, что если вы не самый ленивый человек, каким я иногда бываю, можно это дело облагородить, сделать ручки короче, но мне так удобно, потому что рычаг большой. Эти ручки сделать мягкими, сюда кусок шланга резинового надеть или что-то еще. И эта приспособа может лежать на любой полочке. Можно даже ее покрасить. На этом все, заканчиваю. Спасибо вам за внимание, а я пока займусь окончательным заполнением этой прекрасной тарелочки, уже наполненные орехами. Всем пока!